Эвент, как всегда, супер гениальный. Они взяли два босса и засунули их на одну локацию. Как бы, тем не менее, сходить посмотреть можно. А, выход паракорда тоже не работает. Я думаю, нас сейчас там вообще просто-напросто убьет быстренько читер, и как бы все будет нормально. Ага. Он мне дымовую кинул, да? Тут там по дереву топал, слышали? Четыре выстрела в голову. Понял? Вопросов нет. Беззвучно прибежавший чел, давший четыре выстрела в голову. Че? Не, в принципе, мне эвент нравится. Очень здорово. Для закрепления понимания, что это за эвент, сходим еще разок. Да? Ну, чтобы вам тоже было понятно, насколько вот огромный болт просто лежит на создании ивентов. Или они заодно, блин? Они заодно? А, вот то есть вот так, да? Понял. То есть люди вот в такое говно одеваются, чтобы убить киллу, одеться в его броник, типа, да, и пойти на выход. Ничего при этом не потерять, как бы. Понял. По-тарковски, так сказать. Бля. Хитить! Тагила, ты чё, дурной? Понял. Там еще Мьёльнир где-то сидит. Как он, блядь? Да ладно. Да ладно. Сколько у него хп-то, ну? Броня подкоцанная. Лучше рестартануть.
Блин, где-то там они застряли и стоят, короче, я так понимаю. Пойдем искать. Ой. Кажется, за мной выехали. О! А может, не надо? Ёпта. Все, все патроны расстрелял. Ну-ка, это этот придурочный туда ушел. Ну, а вот зачем столько кустов? В них же даже не прыгнуть, поля. Где там этот? Нет? Блядь! Как же ты танчишь маской своей, чел? Это не он топал, если что. Кто-то еще есть у нас тут рядом, походу. Тагила за мной выехал. Заходи, друг. Калитку закрой только за собой. Так вот как надо было играть все это время-то, оказывается. Кстати, вот он, походу, и топал здесь. Вот как надо играть. Сейчас, учитесь. Блять, и сзади еще один идет. Ну, короче, они со всей карты. В эти камни файты все просто взяли и перенесли. Потому что боссы стоят, тупят. И все идут в эти камни именно их фармить. Чё там так долго идешь, чел? Ты еще и знаешь про меня, нифига ты какой крутой, слышь. Ванда, блять. Да. Ну опять бомж в картошке, блять. Ну конечно, ну конечно же.
Бля, у меня хила нет нормально. Двое. И ведь реально там никто их не стреляет. А, так лежит, лежит идиот на Симбе. Чел, а тебя не смущает типы, которые тут бегают, блин, не? Окей. Походу, это Скар был, а не мутант. Так, где у тебя друг? Вот тут сидит снизу. Ширкнулся. Так, может, у тебя там гранаты остались, приятель? О, у тебя броня осталась хорошая. Этот надо точно поменять. Блять, это еще кто, блять? Кто-то снизу уже. Как откуда ты там взялся, чел? Вот тут можно выходить, короче. Раз там они кемпят, приходится вот такой крюк делать сюда. Здесь более-менее безопасно. Ай, капец. Не для тебя, Эвен? В смысле не для меня? Почему? Play for lose. А, окей. Ну и челик незалутанный на Симбе. Короче, с Эвентом, чат, все понятно. Сделаю по нему маленький коротенький ролик. Я думаю, ну вот, чат, вот смотрите, Эвент на маяке, да? Боссы, которые стоят в одном и том же дворике, багаются в одних и тех же кустах и на изи убиваются, потому что они тупые, эти боссы. С боссов легко фармится лут. ЧВК в одних и тех же камнях сидят, ждут, кемпят, убивают боссов, либо ждут на выходе. С локации всего один выход, на котором сидят ЧВК и тебя ждут. Вот поставьте, пожалуйста, в чате плюс, если вам нравится эвент, минус, если вам не нравится этот эвент. Вот лагающие боссы, единственный выход с локации. Это мы еще сегодня читера только одного встретили. Пожалуйста, в чате вот фидбэк. Плюс, если нравится, минус, если не нравится. Ну просто, ну может, оно мне одному не нравится, может, я, блин, глупый, я не знаю. Дайте немножечко фидбэка нам, пожалуйста. Ну, интересно, блин, просто. Может, я реально что-то не понимаю. Ну, короче, минусы. Я вижу, что больше минусов. Видимо, я не один такой. Вот просто ворчливый там хейтер этой игры. Так, чат, ладно. Пошлите заходить потихоньку в сквад. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.